Всем привет! В продолжение темы древних карт покажу вам еще несколько старинных карт, где указана Русь. Это каталонская карта Анжелино Дулсерта 1339 года. И, кстати, именно на этой карте жестоко облажался автор фейкового канала «История Руси». Впрочем, к истории реальной Руси его канал отношения не имеет. Но видео сейчас не о нем. Более подробно можете почитать в статье автора АМП, ссылка будет под видео. При увеличении карты мы можем увидеть большую надпись «Рутения». Также мы видим города Руси. Это Москва, Ростов, Новгород и Рязань. А надписи на русском продублированы для удобства. Следующая карта венецианцев братьев Франческо и Доминика Пизигани, датированная 1367 годом. Можете заметить, что на карте братьев Москва расположена между русскими горами и надписью «Россия». Также можно увидеть и город Рязань. И к этой карте можно добавить описание Руси знаменитого путешественника Марко Поло, который описывает Русь приблизительно в то же время, когда и были составлены эти карты. Русь он описывает так, цитирую: «Знайте по истинной правде, самый сильный холод на свете в Руси, трудно от него укрыться. Страна большая, до самого моря океана. На этом море у них несколько островов, где водятся кречеты и соколы-пилигримы. И все это вывозится по разным странам света. От Руси, скажу вам, до Норвегии путь недолог, и если бы не холод, то можно было бы туда скоро дойти, а из-за великого холода нелегко туда ходить». Ну и в конце этого видео покажу карту мира Андреаса Вольсбергера, датированную 1448 годом. Качество карты, к сожалению, не самое лучшее. А север на карте находится внизу. При увеличении карты на севере можно увидеть надпись «Новогардия». Так европейцы называли Великий Новгород. Можно также разглядеть едва заметную надпись «Аль Руси» или просто «Русь». А у меня на этом все. Всем пока.